هازارد، فريق بي اس جي يتفرج في كرة الحمراء وكورة كورة رائعة من تياغو كوستا وكيفن ترامب. كيفن ترامب الألماني بتصدي خيالي وجه لوجه مع الإسباني، منظومة هجومية خرافية لفريق لبلوس. ركناية بتوقيع لويليان، ويليان يعدي وكيفن ترامب يسيطر على الكرة بتفاعل جماهيري كبير. Ну как, это нужно попасть над стенкой в эту ближнюю девятку. Нет, бьет Златан по прямой. Гол! Рикошет и гол. Ибрагимович открывает счет на 39-й минуте. Златан Ибрагимович, пусть не совсем сам, пусть с рикошетом, но все-таки становится X-фактором первого тайма этого матча. 1-0 в пользу Пари Сен-Жермен. Скоро 15 минут больше. Вот он, удар. И двойным антигероем становится. Он еще крайне в стенке. И он, по сути, забивает мяч в ворота Тибо Куртуа. Один в один гол, как сбило ворота сборной России на Стад де Франс в 99-м. Помнишь, тогда Симак подставил ногу. Сейчас Микел. Ну, кто отдаст пас Хлестовский? Он перевисел Златана, которого он, хотя он тоже очень мощный форвард. Здесь уже, конечно, Маркиньос не мог среагировать на это мгновенное касание. Абимикел четко разобрался и сразу же перерыв. Браво, браво командам. Снова Челси забил на выезде. И теперь уже понятно, что Парижу только крупная победа может дать спокойствие перед Лондоном. Да и то вряд ли. Но еще есть до Лондона целых 45 минут в Париже. Перерыв. Отдыхаем. Матч представлен компанией «Газпром», официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА. Ди Мария, Кавани. Кавани, Кавани! La libération, la joie, la rédemption, Edinson Cavani, sifflé par une bonne partie du Parc des Princes ce week-end. Thibaut Courtois qui était, semble-t-il, imbattable dans cette deuxième période. Premier ballon dans la surface de Cavani et but. Ça fait mouche, ça fait 2-1 pour le PSG. Ouais, et on va revoir hein, le bon ballon donné par Di Maria dans le dos de la défense centrale. À la limite du hors-jeu, Cavani, il n'est pas facile à mettre. Hein. Elle est parfaite hein, entre les jambes de Thibaut Courtois. Geste qui peut redonner confiance à Edinson.